На пятой кнопке 17 сентября в 6 утра начал вещание телеканал «Первый информационный». Наполняемость эфиров информповесткой дня – мировой, республиканской и региональной, в том числе прямые включения с мест событий, развернутое освещение ключевых общественно-политических мероприятий, широкое присутствие бизнес и фин, авторской аналитики. Кроме того, 18 числа будет запущен обновленный сайт биотелерадиокомпании news.by. Это совершенно новый ресурс, который соответствует всем современным стандартам. За прошедшие выходные дни в Могилевской области зарегистрировано одно ДТП, в котором один человек получил травмы. Сотрудниками ГАИ выявлено 719 нарушений, задержано 16 пьяных водителей и 41 бесправник. Кроме того, 56 пешеходов привлечено к административной ответственности за нарушение ПДД, 25 из которых находились в нетрезвом состоянии. В День народного единства БРСМ запускает онлайн-викторину «Сила в единстве» на базе Телеграма. С 17 по 23 сентября общественное объединение приглашает всех пользователей мессенджера проверить свои знания. Это можно сделать на официальной странице Союза молодежи, ответив на 17 вопросов. Большинство из них связаны с памятными датами и событиями в истории суверенной Беларуси, затрагивают социальное и культурное пространство общества. Имена победителей объявят 24 числа. Минсельхоз обновил карту запретов на посещение лесов. В общей сложности прогулки на природе запрещены в 50 районах. 15 в Витебской области, 19 в Могилевской, 4 в Минской, 12 в Гомельской. В течение дня ситуация может меняться. Получить данные о принятых мерах ограничительного характера можно на официальном сайте ведомства. Реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси в январе-июле порядка 110% к аналогичному периоду 2023-го. В общем объеме оплата труда занимает чуть более 65 пунктов показателя, трансферты населению – 22, от предпринимательской и иной деятельности – около 8, от собственности и другие – чуть менее 5. Статистические данные сформированы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированы на индекс потребительских цен на товары и услуги.